Саша понимала, ее ждет сложный день. Сегодня ей нужно подняться на 2571 этаж. Чтобы сделать это, ей необходимо попасть на процедуру Реокси. Установка для дыхательной терапии была секретной разработкой немецких врачей. А Реокси повысит функциональные возможности организма Саши и уменьшит одышку при физической нагрузке. Главное, чтобы доктор не задержался на обеде. Сегодня столовые пончики, вспомнила Саша. Сколько себя помнила Даша, она гребла. Сегодня она докажет, что способна грести на тренажере быстрее всех в мире. Конечно, никто не должен узнать, что она прибегнет к секретному оружию – аппарату Реокси, который в свое время помог ей справиться с осложнениями после ковида, с мигренью и стрессами, которые она заработала на особо опасной работе в младшей группе детского сада номер 355. Девушки еще не знают, что администратор уже все перепутала и записала их на одно время. Кто окажется первой? Кто победит в незримой гонке за глоток сжатого воздуха и снижение уровня холестерина? Чей рекорд сегодня потрясет мир? Гребля или ходьба по ступенькам? Препятствие на пути оказалось неприятным сюрпризом. Им бы тоже посетить Реокси для повышения выносливости, подумала Саша, глядя на замученные лица грузчиков. Какая юркая девушка, подумали грузчики. Еще никогда Даша не была так близка к провалу. Она не могла бросить человека в трагической ситуации. Самое время сказать ей про Реокси, который улучшает когнитивные функции, думала Даша. Понастроили, думала потерявшаяся девушка. Увидев это, Саша понимала, что ей не уйти. Действовать требовалось четко и быстро. Беременная девушка не успела сказать Даше, что ей нужно было спуститься вниз, где ее ждет такси. Операция оказалась под угрозой провала. Если бы у нее было время, она рассказала бы им о немецкой разработке, которая не только помогает уменьшить одышку при физической нагрузке, но и повышает устойчивость к стрессу. Из личного дела. Врач Оксана Лищенко. Опытна, умна и умеет ничему не удивляться. Оксана идеально знает и умеет использовать реабилитационное оборудование. Включая в подготовку к соревнованиям и пляжному сезону аппарат Реокси, она прокачала целую армию триатлетов, марафонцев и фитоняшек. Из отчета по внутренней сети World Class. Услуга Реокси-терапия была оказана в полном объеме ЗПТ по двойной записи ТЧК администратору. Пора в отпуск ТЧК. Сегодня, благодаря находчивости врача, Даша и Саша вошли в топ-2 лидеров фитнес-индустрии. На мгновение им показалось, что они дошли. «Видимо, это ошибка», — подумала врач. Она закрыла дверь и отключила аппарат Реокси.